Друзья, всем привет! Сейчас 8:20. Я только что проснулась. Сейчас вот умоюсь, значит, переоденусь и буду делать зарядку. Цель этого видео – рассказать об одном дне моей жизни, как он у меня проходит, потому что иногда задают вопросы, чем ты занимаешься, особенно когда я стою на промосточке, и люди не понимают, как так я рано ухожу. И, собственно говоря, не очень рано прихожу на промостойку. Вот, и некоторые предприниматели меня не очень понимают, потому что они целыми днями сидят на своем рабочем, так сказать, месте. Они же и предприниматели, они содержат свои магазинчики, они же и являются продавцами. Вот, и они не понимают, откуда деньги, Карл, что ты там вообще делаешь, придя, поработав на промостойке там 2-3, ну не 2-3, а сколько я там сейчас работаю, с 11 до 4, получается 5 часов, да? Вот, и я, в общем-то, так рано ухожу. Ну так вот, сейчас я расскажу, чем я занимаюсь целый день и как зарабатываю на хлеб насущный. Зарядку сделала, душ приняла, теперь перемещаюсь в кухню, буду готовить завтрак. Кстати говоря, уже загрузила стиральную машинку, она уже у меня там стирает вещи. Сейчас пойдем мимо, покажу. Вот, перемещаемся на кухню, вон у меня уже машиночка стирает. Вот, и пошли мы на кухню. Сейчас я вам покажу. Смотрите, время... 9:24, ну вот где-то у меня на все эти процедуры и уходит около часа на то, чтобы сделать зарядку, на то, чтобы принять душ, вот, где-то примерно час. Поделюсь с вами одним рецептиком из раздела правильного питания. Вот смотрите, здесь у меня такой салат, он очень питательный, может заменить даже обед, полноценный прием пищи. Здесь капусточка китайская нашинкованная, тоненько-тоненько нашинкованный полуогурчик, где-то примерно свежего. Здесь же отварная курица, кусочки, и здесь творог. Просто, ну, такой вот творог спрессованный, да, твердый такой. Вот, и все это перемешать. Я, значит, сделала заправку, сейчас отложила себе немного в контейнер. Беру с собой всегда какой-то полноценный такой обед,
или перекус полноценный на промостойку. И вот такая у меня заправка. Здесь йогурт, добавила немножко специй, ну, те, которые вы больше всего любите, там, перец, например. Я вообще привезла набор специй, сейчас вам покажу. Вот у меня такая баночка. В Абхазии покупала, здесь, не знаю, много чего всего, даже не могу назвать их, мелисунели, наверное, здесь есть, и перцы всякие разные, и, не знаю, в общем, травы всякие. Вот, я их сюда добавила, дольку чесночка добавила, немножечко горчички, буквально горошинку, и чуть-чуть, несколько капель уксуса. Все это перемешала, у меня получился вот такой вот, ну, соус, что ли, правильнее назвать, или заправка такая. Так что вот рецептик с вами поделилась, забирайте себе в копилочку. Вкуснятина, и сытно, и вкусно, и полезно. Ну и вот, собственно говоря, мой завтрак. Он такой сегодня у меня незамысловатый, я не стала заморачиваться. Это творог, и здесь у меня где-то столовая ложка, наверное, повидла яблочного. Повидло домашнее готовила моя мамочка, очень вкусное, из садовых яблок. Чашка кофе, кофе с вареньем, как всегда, в турочке, даже не в турке, а я в маленькой такой кастрюльке варю, которая мне заменяет турку, но люблю вот такой кофе молотый в зернах. И здесь у меня что, чуть-чуть, прям вот верхушечку я срезала с булочки зерновой и, ну, грамм 20, наверное. С небольшим у меня белого сыра, это сулугуни. Ну и еще я с утра употребляю омегу. Омега-3,6,9. Омега – это наше все. Вот, потому что это и состояние нашей кожи, и волос, это и сосуды, это и работа головного мозга в том числе. Вот, две капсулки омеги у меня здесь. И одна метап. Метап – это растительный препарат, концентрат, который способствует, ускоряет метаболизм, способствует ускорению процессов пищеварения, переваривания пищи, выведения шлаков из организма. В общем, вот такой помощник. Это сейчас я тоже все съем. Ну что, приятного мне аппетита. И вам, кстати говоря, тоже. Смотрите, у меня сейчас одежда полностью от компании Faberlic. Этот джемпер вязаный, он хлопковый, из базовой коллекции. Юбка из эко-замши. Это юбка из коллекции «Осенняя сказка». Колготки, кстати говоря, колготки у нас сейчас итальянская технология, в Италии производится специально для нашей компании. Тоже фаберликовские у меня колготки. Ношу их уже не первый день, не знаю, вот не фокусируется матой. И на 3, и 3 написано. Вот, классные, шикарные колготки, очень прочные. Также использовала губочку для чистки обуви от Faberlic. Это наша фаберликовская губочка, новая серия. Вот,
Так что у меня сегодня все полностью лук от Фаберлик. И, кстати говоря, аксессуары тоже от Фаберлик. Сейчас покажу поближе. Вот аксессуары тоже от Фаберлик. Это флоранжевская коллекция. Колечко, сережки и вот такой классный кулончик у меня. Кулончик, колье это правильнее назвать. Здесь лошадка со стразами. Вот так. В общем, сегодня у меня полностью все от Фаберлик, за исключением обуви, наверное. Ну и верхняя. Хотя нет, куртка, наверное, тоже будет от Фаберлик. Сейчас посмотрю, что одеть на самом деле. Ну и смотрите, мылась я сегодня с гелем для душа от Фаберлик. Волосы укладывала с помощью средства от компании Фаберлик. Макияж у меня с помощью косметики от Фаберлик. Кушала я сегодня, значит, у меня посуда, вернее чашка, если обратили внимание, это из сервиза от Алены Ахмадулиной, тоже от Фаберлик. И БАДы, значит, Омега, что у меня еще, Метап, все это тоже от Фаберлик. Вот так компания мне помогает строить бизнес. А сосед выше этажом мне постоянно создает обстоятельства, чтобы я их преодолевала. И постоянно мне мешает в записи видео. Вы знаете, вот кто ищет причины, чтобы что-то не делать, он всегда эти причины находит. Также тот, кто ищет причины, чтобы делать, находит эти причины. Ну, а я побежала на промостойку. Ну, вот иду на промостойку, а заодно не перестаю любоваться красотами природы. Хоть и уже глубокая осень, но и, казалось бы, уже переходный период ближе к зиме, на самом деле еще очень-очень тепло, и сегодня прямо у нас в этом году какая-то погодная аномалия. Так что иногда даже снимаю по ходу какие-то короткие видеозарисовки для Инстаграм. Ну вот я пришла на свое рабочее место. Сейчас в торговом центре еще очень мало народа, потому что утром, во второй половине дня будет больше движухи, и там начнется сама работа, и боюсь, что я тогда уже не смогу вам ничего такого путевого поснимать, поскольку я одна, без оператора. Вот. А пока что вот так вот. Для тех, кому интересно, как устроена моя промостойка, у меня было уже записано видео. Вот, можете его посмотреть на моем канале YouTube. Смотрите, прошло чуть меньше часа, я уже поработала с клиентами, получила два заказика, один вот этот, краска для волос, и один заказик двух парфюмов, мужской и женский, на общую сумму 1798 рублей, а в общей сложности с учетом той красочки около 2000 получается. Плюс еще поработала с клиентами, значит, пообщались на тему подбора тех или иных средств, одной помады в частности выбирали. Ну, пока все в процессе. Вот этот я здесь 15 заказывала. Его не было тогда в прошлый раз, да? Нет, скандинавского не было. А, Если есть это. Скандинавский, да? Да. Я и этот пробовала, и этот. Какой вам больше понравился? Оба хороши, да? Оба. Ну, замечательно. Так, тогда что, и тот посмотрим, да? Ну да, какой-то. А смотрите, вот та клиентка, с которой мы общались, помимо краски для волос, сделала заказ еще у меня антивозрастных кремов на общую сумму 1656 рублей. То есть ценник у меня общий, мне заказы увеличился, получается, ровно два раза. И, кстати говоря, вот этот женский парфюм в предыдущем заказе, который 999 рублей стоил, он у меня есть в наличии. Я его получила в качестве подарка за 1 рубль. Вот. И сейчас мне предоставилась возможность реализовать его по ценам каталога. Очень крутая возможность.